Зарегистрировать свой бизнес стало проще. Заявления на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теперь принимают не в районных налоговых, а в едином регистрационном центре, который открылся на базе ИФНС России по адресу улица Сергея Лазо, 2, а также через многофункциональный центр. Для предпринимателей, конечно, стало удобно, что все услуги стали осуществляться в одном месте, вот, что не нужно ездить в налоговый своего района. Очень удобный график работы. Здесь же можно оплатить и госпошлину, а подданный на рассмотрение пакет документов доставят по назначению. Получить результаты предоставления госуслуг можно также здесь. Чтобы избежать очередей, специалисты центра будут работать в усиленном режиме. У нас на данный момент график с 8 до 8, но у нас теперь в субботу будет увеличен рабочий день с 10 часов до 8 часов. Гражданам будет удобно найти в шаговой доступности, прийти без очереди, сдать документы, соответственно, быстро получить как консультацию, так и конечный результат. Предприниматели ждут в МФЦ на Московском шоссе. Также можно обратиться и в отделение многофункционального центра на улице Свободы, 192, и Вилуновской, 13. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.